рассада Delphiniuma высокого Sanguine производит отличное впечатление на садоводов-профессионалов и любителей благодаря своим элегантным соцветиям кремово-белого оттенка. Если срезать цветы сразу после увядания, то Sanguine будет цвести снова, но чуть позже. Такая рассада становится настоящим украшением для сада и, кроме того, ее не понадобится пересаживать ранее, чем через 10 лет. Из-за мощной корневой системы побеги цветка вырастают до 2 метров, из которых 50-70 сантиметров составляют соцветия. Каждое соцветие состоит из достаточно крупных цветков до 7 сантиметров в диаметре. Располагать этот сорт лучше на участках с хорошим освещением и в легкой тени при условии хорошей защиты от ветра. Он лучше развивается на свежей глинистой почве. Delphinium высокий Sanguine — это травянистый высотой 130-150 сантиметров. Цветет растение в месяц июнь-сентябрь. Окраска цветка белый с желтым центром. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 7-8 сантиметров. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.